Приветище, мы снова на ферме слаймов. И спасибо тебе за то, что ты писал комментарии о том, где найти клубнику, что сделать с тем огромным вот таким вот слаймом, который там сидит на поляне, никуда не двигается, такой жиробас. То, что его можно накормить, он лопнет, там куча коробочек появится. В общем, спасибо тебе за эти комментарии, они очень полезны. Учитывая, что я новичок, для меня это просто вообще неоценимая помощь. Итак, начнем мы вначале с нашего загона. Хочу его апгрейдить, потому что вот такие толсто... Пузы скалистые, они тут просто вытесняют моих маленьких. Надо купить еще один загон. Давай вот тут вот купим. Загон купить. Во! Отлично. Так, вот этих вот толсто скалистых чудиков. Блин, что-то я кого-то не то сделал. Где эти толстосумы? Воу, ты видел, что он сделал? Он просто бомбанул. Они, оказывается, еще взрываются тут периодически. Так, иди сюда. Обжора, блин. Ты тоже иди сюда. Вот так вот, идите, дружите там. Маленьких нечего здесь обижать. Все, переселение. Так, подожди. Переселение вроде бы проходит удачно. И последний. Все, с новосельем вас. Дружите тут и не обижайте друг друга. Ребятки. А, вы, наверное, голодные. Ты посмотри на них, какие они прям вот у них это. Сорта слюни текут. Надо их покормить. У меня, слава богу, морковка есть. Ребята, держите морковку. Нифига, как они налетают на нее. Ты посмотри. Просто стаи. Как пираньи на эту морковку налетают. Держи, держите, чуваки. Блин, кажется... Ты посмотри, эти толстосумы, они повылазили... Воу, как больно. Повылазили из своих загонов, чтобы поесть морковки в другом загоне. Ничего себе вы чижи, а. Толстопузы, да вам сейчас тоже принесу поесть. Не лезьте вы в чужой загон. Так, надо пойти найти это... Еды, где еда, где-то здесь была. Ух ты, сколько плортов, надо их собрать всем. Так, морковочки-то хорошо, еще один плорт. Опачки, коробочка, ну-ка. Давай коробочка. Ёшки-матрешки, а вот и клубника, блин, чуть клубнику не съели. Или кажется ее съели. Они так на нее накинулись. Еда, ух ты, о, отлично. Это я забираю, ребят. Это тоже забираем. О, сколько я тут куриц-то нашел. Так, это вы все... Блин, у меня все забито. Так, ладно, розовых слаймов выпускаю. Собираю куриц. Так, ребятки, нать, кушайте морковочки. Ну что, ребята, вот и ваша очередь подошла. Держите пока фруктов. Вот, хомячьте. Ух ты, что это за штуки они такие интересные производят? Надо бы собрать. Скалистый плорт. А, понятно. Ребят, ну, это просто капец. Надо, короче, этот загон обширить, расширить. Так, что у нас здесь есть? Высокие стены. Вот, покупаю высокие стены. Во, вот это нормал. Так, ребята, идите сюда. А ну быстренько домой все. Вот так. Не, ну ты посмотри, как они там кучкуются и хотят выпрыгнуть. Давай-ка еще побольше стенки сделаем. А, так-ка больше и нету. В общем, что я могу сделать? Смотри, воздушная сеть. Воздушная сеть — это силовое поле, которое закрывает сверху загон. Отлично. Но денег-то у меня на эту штуку нету. Надо пойти плорты сдать. Давай-давай-сдавайся, денежек мне кидай. Во, вот это я понимаю. Я хотел посмотреть апгрейд своей пушки. О, смотри-ка, плорт тут валяется. Что мы можем здесь апгрейдить? Водный отсек сделать. Реактивные ранец, сапоги, скороходы. Расширительный отсек. Позволяет удерживать до 30 единиц всего, чего бы ты ни напылесосил. Штука крутая, покупаю. Огонь. По поводу фермы. Да, мне говорили, что можно здесь сделать ферму. Сейчас мы это попробуем устроить. Вот, например, можно курятник открыть, да? Покупаем. О, курицы, да вы только гляньте, какой у вас замечательный курятник. Такого даже в неволе нет. Так, давайте, пассажиры, высаживайтесь. Пожалуйста, заходите. Обустраивайтесь. Надеюсь, вам понравится. Так, вот этим вот чудакам тоже надо бы запорчик поднять, а то они слишком пухлые для такого маленького загона. Что у нас тут? Сколько он стоит? 350. Пока денег нет, ладно. Буду иметь в виду.
Я же хотел это, сходить к тому огромному слизняку розовому, накормить его, ну то есть взорвать, и посмотреть коробочки. Потому что, как вы писали в комментариях, если я его буду кормить, то там будут появляться какие-то коробочки где-то рядом. Сейчас мы это проверим. Так, надо еды только вначале запастись, потому что его нужно очень-очень много кормить, чтобы он прям там объелся досыта, прям вообще... Так, куда это я пришел? Всю ночь без сна, блин, собирал эту еду. Дело в том, что я в прошлый раз обижал, все собрал, чтобы накормить своих. Вот, а теперь вон идем к тому толстяку. Толстосуму. Ну что, дружище, пришло время тебя покормить. Где тут коробочки? Вот, да, коробочка здесь уже одна есть, потому что в прошлый раз я его кормил. Попробуем еще. Так, подальше надо отойти, а то вдруг это бомбанет и меня накроет его слизью. Вот так нормально будет. Открывай рот пошире, хомяк. Давай, давай, кушай. Расти, расти. Какой ненасытный, блин. Он больше-то стал, не? Коробочка как была одна, так и осталась. Ладно, давай разобьем ее. Да что ж такое-то? О, сколько монеток. Тьфу ты, ну ты, одна курица и морковка. Ну давай тебе и скормим все это дело. Блин, да сколько ж тебя кормить-то надо, а? Я уже все на тебя израсходовал. Пойду еще поищу что-нибудь. О, кстати, смотри-ка, здесь, по-моему, можно пройтись. Ну-ка, давай сделаем это сейчас. Вот отсюда, вот так. Опа, главное не упасть в водичку. Я так понял, я не умею плавать. Наша Любка не умеет плавать, так что надо поаккуратненько здесь по обрывчику пройтись. Вот так, хорошо. О-о-о-о, смотри-ка, здесь редиска. Редиска, офигеть. А, не, это сердцевёкла. Если к ней прислушаться, можно услышать смутное биение овоща. Ого, какие странные вещи нам говорят. О, ты глянь, это что такое? Что это такое? Сокровищница закрыта. Блин, ясно, тайник мы нашли. Теперь нужно как-то это дело открыть. Ну что, дружище, прибегая к твоей помощи. Если ты знаешь, как ее открыть, пиши в комментариях. Ну а пока я пойду собирать еще еды. Вот, набрала, короче, 19 пугов фруктов. Ну и, естественно, сейчас еще сердце... Сердце... О, как это выговорит? Сердцевёкла, во! Это же язык сломать. И сердцевёклу в него еще запустим. Ну что, получай, жаробас. Давай, кушай, кушай, кушай. Воу-воу-воу, смотри-ка, он растет. Воу-воу-воу-воу-воу! Ха, прикол! Вот это нормас. А, коробки-то из него, получается, выпадают. Все ясно. О, какой ключ. Так, ключики я забираю. А, надо, наверное, подойти. Точно, надо было просто подойти и взять его. Ну, взорвался он, конечно, зачетно. Глаза так напучил, словно его мутить начало. Я думал, что он сейчас обратно всю эту еду, что я в него закинул, выплюнет. Так, давай коробочки разобьем. Опс, что там выпало? Курица. А, да, не дали мне курицу собрать. Дело в том, что у меня весь инвентарь забит, так еще и на нее налетели эти слаймы. Я лучше коробочку эту с собой заберу, утащу к себе домой и посмотрю, что там. Ну вот мы и дом, наконец-то. Да блин, а! Да сколько ж можно-то вас расталкивать по этим... Да ты глянь, они в курятник забрались, вы что, негодяи, творите? Это ж, блин, ваш хавчик на месяц был! А-а-а! Засранцы! Скалистые засранцы, пухлые, как вас еще назвать-то по-другому? Ты посмотри, жиробас, им только еды и давай. Ах, видимо, то, что я забыл их покормить, они так это психанули и взобрались в курятник. Надо повыше заборчик сделать. Так, ты чё вылез? Сейчас я их этой сердцевёклой покормлю. Да блин, что ж такое-то? Ловите нафиг, кушайте, вон, хомячьте. И вот, пугофруктов вам еще. И сюда тоже пугофруктов накидаю сейчас. Вот так вот, приятного пить. Да ты глянь, он опять туда залез, а? Негодяй. Иди сюда. Еще и вылазить не хочет. Все, туси тут. Блин, ну капец, одна курица только осталась. Ну что за дела? Ладно. Надеюсь, она сама справится в одиночку. Выведет мне тут несколько цыплят. Хотя как она одна справится? Ладно, что-нибудь придумает. Курица, я верю в тебя. Так, толстозадницы, скалистые, вы меня выбесили. Я вам сейчас тут ужесточу вашу камеру. Ваш загон. На самом деле, очень маленький загончик для таких жиробасов. Да давай, собирайся уже все. Фух, вроде все собрал, разобрал.
теперь нужно увеличить им стеночки. Высокие стеночки и воздушную сетку еще поставлю. Потому что для этих толстосумых точно нужна сетка. Хоть она и не шибко спасает, но все-таки будет немного сдерживать. Так, а здесь надо плорты собрать. Смотри, сколько их тут. Блин, с этими слаймами совсем забыл про эту коробочку. Давай ее сломаем вот здесь. Опачки, а вот и клубника. Огонь. И две курицы мне в подарок. Вот это удачно, я открыл коробочку. Как раз куриц тут всех съели. Эй, курица, я тебе подружек тут принес, смотри. Вот. Дружите тут. Разводитесь и плодитесь. Ну что, вроде бы все хорошо, все замечательно. Единственное, что меня смущает, что у меня нету своего собственного участка земли, где я смогу вырастить, допустим, ту же самую клубнику. Сколько там участок земли стоит? Участок земли 250. Понятно. Вот, сейчас я это куплю, только насобирая плортов. Эй, дружище, дикари, слаймы, я пришел к вам забрать ваши плорты. Они вам все равно ни к чему, а мне для пользы. Ну вот и чудно, можно теперь кусочек земли купить. Только знаешь, я думаю, что лучше его купить вот здесь вот. Чтоб не получилось как с курицами. Так, покупай здесь участочек земли. Купить. Огонь! Выстрелив фруктом или овощем вот в эту штуку и тебе вернется с троицей. Ну хорошо, давай вот клубнику. Растет. Во-во-во-во. Как быстро растет-то, а? Мощно. Блин, хотел еще один участок земли купить, но я забыл, что у меня нет денег. Я опять нищеброд. Надо поднакопить. Блин, ну клубника... Смотри, сколько ее здесь растет-то. Причем как быстро. Как на дрожжах. Офигенно. Вох, вот и утро наступило. Пойдем посмотрим, что там с нашей клубникой. О, сколько ее здесь офигенно много. Собирай это все дело. Блин, как же роскошно-то, а. Пойду покормлю своих слаймиков, а то они, наверное, с утреца голодненькие у меня, пипец. Так, ребята, найдите, кушайте. И этим тоже чижухам надаю. Вот так вот. Это мне на прозапас. Так, насчет куриц. Я думаю, что их нужно отсюда как-то переместить. Ну что, курицы, поехали. Давайте переезжать. Забираемся все в пушку. Огонь. Это мы уничтожаем. Убрать. Блин, она еще сотню съела за то, что я ее снес. А, капец. Придется сейчас к диким слаймам сбегать за плортами. Эй, чуваки, у вас тут обед, да, как бы назревать? Я вам тоже тут морковочек принес, нате, поешьте. Ну как принес? С вашего же огорода взял. О, тут еще валяется. Сейчас я вас накормлю, нафиг, чижи. Держите. Ешьте больше, чтобы больше плортов надавать. Огонь. Так, где у нас... О, еда, еще здесь... Опаня, коробочка спряталась. А ну, пошли ко мне на базу. Хм, надеюсь, что ты меня обрадуешь. Давай, сломаем ее сейчас. Ну, как тебе сказать? Курица какая-то интересная, новый вид у нее. Какая-то скалистая, что ли, курица? Каменная какая-то, нафиг. Это каменистая курица, я был прав. Непоколебимо, как скала в куриных делах. Ну-ка, пойдем я тебя в кур... А, курятник-то я снес, нафиг. Да. Сейчас. Курятник мы сделаем, потому что плортов у меня дофига теперь. Ну как дофига? На курятник хватит. А здесь у меня будет курятник теперь. Во! Вот это я понимаю. Давай вначале запустим сюда в курятник каменистую эту суровую курицу. Вот. Въехала она, конечно, не как суровая каменистая, но нормально. А теперь всех... Ой, не то. Это себе я забираю. Вот, вот так вот. Надеюсь, эта каменистая скала не заклюет вон тех обычных трех куриц. Все, я пошел по своим делам. Кстати, снова начали расти. Офигенно. Это очень хорошечно. Хочу все-таки связаться по скайпу с каким-нибудь чувачком и выполнить, наконец-то, первую свою миссию или квест, кому как угодно. Прием! Виктор Хамвриз! Здорово, ты, если честно, на Виктора нифига не похож. Если возможно достать все это для моих будущих исследований, большое спасибо. Что достать-то надо? Что достать? Что тебе надо достать? Ага. В общем, тебе несколько видов слаймов надо. Ну, хорошечно, пойдем сейчас. Хотя я, наверное, из своей фермы дам тебе парочку таких слаймов. Потому что у меня их тут дофига. И они меня немножечко начали подбешивать.
Так что отправлю их тебе. Забирай. Оп. Готово. Так, ты возвращаешься обратно. Ты не был в числе избранных. А ему вообще, по-моему, пофиг. Если честно, я даже не представляю, как быстро пачками довести туда скалистых. Хотя они же маленькие, да? Вот, иди сюда. Да, вот таких маленьких-то я легко соберу. Я вначале подумал, что нужно огроменных, здоровых. Что-то, кстати, скалистых очень мало слаймов стало. Блин, где же... О, курицы. Иди сюда. У меня там что-то курицы не плодятся, так что я буду собирать. Говорят, по всему миру по нитке. Со всего мира по нитке, а я со всего мира по курице буду собирать. Мне нужно скалистых слаймов. Где мне их достать? Я уже слишком, по-моему, глубоко зашел. Опа, там можно походить. Но это потом, в следующий раз. Скалистые слаймы, где же вы? Здесь у нас в виде кошечек слаймы. Опа, опа, скалистый появился. Иди сюда. А, мне же там, по-моему, нет, не кошек, а этих. О-о-о, тихо. Я никого гладить тут не собирался. И мне нужны еще типа светлячки. Но светлячки они ночью вылазят. Скалистые слаймы, где же вы? Что-то я здесь, кстати, еще не был. Слишком опасно для меня. Здесь вон даже знак. Аккуратнее. Ну, по идее, здесь скалы. Должны быть скалистые слаймы какие-то быть. А, ты посмотри. У меня же как раз ключ есть. Наверное, это сюда. Но сюда мы пока не пойдем. Это в другой раз. Нам нужно выполнить квест сейчас. Опачки, а вот и светлячки появились. Прям перед... Что-то вы какие-то... Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, какие-то вы злые, ребята. Что такое? Что произошло? Ладно, все, я валю отсюда. Не бей... Ай! Походу, мне полбулки откусили. Да сколько вас тут... Ой-ой-ой-ой, еще откусили, блин. Какой здоровый котейка. Привет, как дела? У меня вот как-то не очень. Мне сейчас полбулки откусили. По-моему, даже две полбулки откусили. Все, я валю отсюда. Где скалистые-то эти штуки? Так, извини, котеич, не хотел. Нормальная тема. Котейка катается на розовом слайме. Вот этот прикол. Вот это я понимаю. Котейка пип-пип. Что за достижение пип-пип? А, это, наверное, котейки вот эти вот, они гладят. Трутся об меня, и вот пип-пип получается, да? Ладно, все, ребят, не тритесь об меня. О, сколько сразу вылетело-то прямо на меня. Так, ребята, я вас всех собираю. Мяуровый слайм. Ну, как бы он мне не нужен, поэтому я его сейчас отпускаю на волю. Ну что, я, в принципе, все собрал. Готовь свои вот эти вот вещицы. Кстати, какую? Это что, петух? Или это курица? Сейчас посмотрим. Если это петух, это вообще шикарно. Будет там моих этих курочек гонять, чтобы они плодились. Так. Получаю скалистого слайма. С ними все. И что-то я дофига этих фосфорных слаймов собрал. Это, короче, не светлячки, это фосфорные слаймы. А я их все светлячками называю. Вот так вот. Воу-воу-воу-воу. Сколько тут всего-то нафигарило. Ты посмотри на этого петуха. Кукарекун ведет себя так, будто он король курятника. Вот, иди сюда, король курятника, в этот курятник. Надеюсь, тебя скалистая курица тут не заклюет. Давай, показывай, кто здесь король. Ой, ну все, уже начал, смотри, он все курицы к нему подбегает. Он их заклевывает. Показывай, кто здесь батька. Ладно, не будем смотреть на эти семейные ругачки. Для этого существует дом 2. Надо собрать здесь все эти фрукты. Так. Сейчас покормим своих слаймиков. Они как раз, наверное, уже проголодались. Держите, ребят. Кстати, у меня уже денег достаточно. Могу себе позволить купить автосборщик плортов. Сейчас купим вот сюда. Плотосборщик. Купить. Ну-ка, как он там собирает? А где он, кстати, стал-то? Что-то я не понял. Я купил плотосборщика. А где он? Фиг поймешь. А, вот он где. Воу-воу-воу, прикольно. Собрал все. Короче, нужно было на пимпочку нажать. 10 плортов собрал. Сейчас вот я еще слаймов покормил. И нажмем еще раз на кнопочку, активируем. Опа-на. Блин, ну это, конечно, роскошно, роскошно. Ребята тут уже не хотят есть. Ой-ой-ой, что-то я не так сделал. Дайте я заберу фрукты, покормлю вон тех чужих мелких. В итоге 9 собрал. Ну давай, сейчас мы отсюда заберем это все.
Единственный прикол, что этот автосборщик вроде бы собирает как все плорты, но получаю я только одни розовые плорты. Синих у меня нету, из этого автомата я их не получаю. Что очень печально, потому что синий-то дороже, чем розовый. И здесь покупаем автосборщик. Где он у нас? Вот. Купить. Давай соберем все это дело. Вот шикардос. Выкачиваем. Огонь. И надо покормить слаймиков. Ну что, на сегодня, я думаю, хватит. Уже 9-й день нашего нахождения на этой планете. Поэтому нужно пойти немножечко вздремнуть. Все-таки пару ночей-то я уже не спал. Спасибо тебе за просмотр. Также не забывай писать комментарии о том, как что находить. Ставить лайки и подписываться на канал, если ты еще не подписан. Всем удачки, пока и до нового видосика. Ой-ой-ой, как тут в курятнике-то. Кудахтают курочки. О, цыплята наконец-то появились. Ура! Ура! Ну, слава богу, жизнь налаживается.